новостям спорта. На футбольной площадке все равны. Этого принципа придерживаются участники второго турнира по мини-футболу среди команд политических партий. Второй год подряд они посвящают свою игру Международному дню мира. Дружеская встреча на несколько часов объединяет футболистов, которые по-разному смотрят на государственное устройство страны. В соревнованиях приняли участие представители партии «Единая Россия», местного совета сторонников партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Юлия Шнайдер продолжит тему. Пиджаки и галстуки долой. Представители политических партий на несколько часов забывают о работе. В Международный день мира они второй год подряд заболевают мини-футболом. Футбол, я думаю, любой мужчина умеет играть, поэтому, как вы видите, участников очень много, откликнулись. Даже желающих больше, чем мы заявляли. Профессиональных спортсменов нет. Принять участие в игре мог каждый желающий. Единственное ограничение – возраст, только с 18 лет. Однако, по мнению собравшихся, он игре не помеха. Команды «Единая Россия» и ЛДПР с первых минут матча держатся на равных. Ситуация не меняется до конца встречи. К финальному свистку сохраняется паритет в счете 2-2. Точки над «и» расставляет серия пенальти. Итог 5-6 в пользу ЛДПР. В том году мы тоже участвовали и победили, заняли первое место. В этом году тоже хотим выиграть Лигу чемпионов и получить первое место. Казалось бы, единороссы поймали удачу за хвост. Мячи так и сыплются в ворота противника КПРФ. Те, в свою очередь, сдаваться не собираются. Наступают «Единой России» на пятки. Активные атаки единороссов помогают им одержать победу в этом матче со счетом 8-3 и завоевать бронзу турнира. Впрочем, за первыми позициями команда и не гналась. В таких соревнованиях важно участие. А это, наверное, знаете, болезнь. Мы с детства болеем футболом. На самом деле очень много людей играет в футбол. Я даже скажу, каждый второй человек, если не играет, он болеет и любит футбол. То есть самая популярная игра. Играют в нее все. Мы пытаемся развивать, поддерживать. Самое главное, в спорте нет врагов, есть только соперники. И в спорте побеждает сильнейший. Финальная встреча команд ЛДПР и сторонников партии «Единая Россия» с первых минут обещает быть жаркой. По перемены, перехватывая инициативу, они двигаются к одной цели – победе. Пару удачных моментов и ошибки в защите противника дарят шансы команде сторонников. Они воспользовались ими сполна. Итогом стало первое место в турнире. Юлия Шнайдер, Артур Цфилюк, служба новостей «Импульс».